Приоритетные вопросы социально-экономического развития, укрепление гражданского общества, решение повседневных проблем. Эти и другие ответственные задачи возложены на местное самоуправление. В Ижегуте прошел 4-й съезд Совета муниципальных образований Карачаево-Черкесии. Кроме организационных вопросов, говорили о роли муниципалитетов в обществе и государстве, итогах деятельности, а также вносили предложения по повышению эффективности проводимой работы. Подробности у Али Баташева. Услышать, понять и помочь – это является главным в моей работе, считает глава Иконхалского сельского поселения Динара Баисова. Ее стаж работы в этой должности более 10 лет. Именно муниципалитеты являются первым звеном, от которого зависит доверие людей к власти. И хочу сказать, что быть главой поселения – это непростая ноша. Весьма многофункциональная, требующая большой самоотдачи. Сил и энергии, работа, зачастую подразумевающая ненормированный рабочий день. Главы городов, муниципальных районов и населенных пунктов республики говорили о правовых аспектах деятельности муниципалитетов, их роли в государстве и обществе. Главную задачу я вижу в том, чтобы сплотить муниципальное сообщество, выработать общие подходы к решению имеющихся проблем, увидеть, поддержать и распространить положительный опыт. В результате такого взаимодействия вырабатывается единая политика развития местного самоуправления. В Карачаево-Черкесской республике Совет муниципальных образований был создан в 2006 году. Целью его создания стало взаимодействие и обмен опытом между муниципальными образованиями республики, их совместная деятельность для более эффективной реализации прав и интересов граждан в области местного самоуправления. 10 районов, 2 городских округа, 5 городских и 83 сельских поселения. Совет муниципальных образований стал площадкой для формирования и представления интересов всех 100 муниципальных образований республики. Благодаря непосредственному участию Совета на территории Медногорского городского поселения реализуется мероприятие федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В результате реализации мероприятий проекта благоустроена центральная аллея. В 2023 году выполнены мероприятия первого этапа благоустройства парка. Глава администрации Первомайского сельского поселения внес предложение по проблемам оплаты уличного освещения. Сейчас она производится по производственному тарифу, который дороже, чем тариф для населения. Мы согласны тратить эти же деньги на это же уличное освещение, но мы в два раза больше сможем осветить свои населенные пункты. Вот я хотел бы внести предложение, выйти с законодательной инициативой, чтобы уличное освещение перевели в тариф для населения. Задач у местного самоуправления много. В ближайшее время к ним прибавится разъяснительная и организационная работа по проведению выборов президента страны. Важности единства и дружбы между народами была посвящена культурная программа мероприятия, в которой выступила известная группа «Джигитей». Завершился съезд муниципальных образований возложением венков и цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, расположенном в городском парке. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.